Приветствую вас, уважаемые подписчики. Сегодня обзор вот такого замечательного американского автомобиля Hummer H2 Dory Styling и модуля кругового обзора от Ovnice, интегрированного в магнитолу Ovnice. Вот так вот выглядит передняя камера. Вот так вот выглядит камера в зеркале. Вот так вот выглядит камера заднего вида. И еще одна камера боковая. Устройство от Ovnice установили вот такое вот. 9-дюймовый планшет. Органично вписывающийся в данный автомобиль. Видим, что вот так вот он смотрится. Сбоку владельца все устраивает. Что рассказать про сам круговой обзор? Видим сбоку припаркованный автомобиль. Вот, соответственно, видим его здесь. Сам круговой обзор интегрирован в магнитолу Ovnice. Магнитолу Ovnice серии K7 6 плюс 128. Видим вот такие пиктограммы. Можем посмотреть панораму, соответственно, вокруг процессор, который дорисовывает нам. Можем подвинуть так, как удобно нам, соответственно, поставить, ну, поменять угол, наклон. Далее, что еще мы видим здесь? Можем поменять, отдельно смотреть переднюю камеру, можем смотреть заднюю камеру, можем смотреть правую камеру в зеркале, можем смотреть обе камеры, правую и левую, можем сделать скриншот экрана. Плюс еще есть опция: при включении правого поворота будет автоматически включаться правая камера, при включении левого — левая. Но владелец данного автомобиля данную опцию не захотел. Попробуем подвигаться, посмотреть, как все это выглядит. Вот мы начинаем перемещаться. Вот. Начинаем перемещаться. Видим картинку сзади. Видим картинку сзади. Попробуем припарковаться к стеночке. Видим. Вот, видим автомобиль слева, видим стеночку впереди. Соответственно, вот видим расстояние до препятствия. Время, на которое включается камера, меняется от 10 секунд до бесконечности. Вот, соответственно, видим вид сверху. Что еще рассказать про круговой обзор от Ovnice? Чем примечателен он? Здесь есть такая опция, здесь можно менять картинку с передней и задней камеры под себя. Создаем проект, соответственно, здесь есть такая опция Side View Setting. Видим, что сейчас выбрана задняя камера. Видим, что выбран режим Calibration Image. Можем поменять его на, допустим, 3D. Вот задняя, вид задней камеры при включении заднего хода будет такой. Можем поменять на оригинальные, то есть так, как показывает сама камера без процессора. То есть камера широкоугольная, поэтому картинка, соответственно, вот такая вот яйцом. И, соответственно, можно поменять на вот такой вот режим. Здесь можно менять, получается, угол наклона, и можно менять... Вот так вот получается фокус. Вот, ну, выставляем так, чтобы видно было бампер. Так удобно клиенту.
И далее, то же самое можно делать со всеми остальными камерами. Вот здесь вот меняем камеру, допустим, на правую, и тоже можем поменять режим картинки на любой. Вот так вот сделать вот таким. Соответственно, левая тоже сделать ее вот такой вот. После этого мы выходим, включаем правую камеру, видим вот так, включаем левую, видим вот так, включаем вот так и видим вот склейку вот такую вот и с правой и левой камеры. Далее можно в настройках 360, что мы видим, включить и отключить парктроники. Можно вот эта вот опция Floating 360, это включение обзорного 3D при каждом включении магнитолы. Вот, ну, куча вот настроек. Задержка выключения задней, включение задней вот стоит 5 секунд. Далее в списке прорисовываемых автомобилей нет, к сожалению, Хаммера, но возможно эта ситуация будет исправлена, производителям сообщили. Про само устройство рассказывать особо не буду, есть куча обзоров. Быстрое, шустрое, хорошее. Чем был обусловлен выбор именно Овнайса при установке в данный автомобиль? Имеем достаточный опыт, есть тому подтверждение на канале. Не скажу, что ничего, кроме Овнайса, но тем не менее большинство моделей имеют определенные проблемы при установки в автомобиле GMC из-за вот этой вот системы базе. Здесь никаких ни наводок, ни шума, никаких других побочек со звуком нет. Вот такой вот обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Устройство Овнайс и комплекты круговых обзоров можно приобрести в мультимедиа-лаборатории. Также их здесь же можно и установить. Всем спасибо. Еще раз.